ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצנה כל הנשים אחריה ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצנה כל הנשים אחריה ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוב בידה ותצנה כל הנשים אחריה ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות такое. Как только Иона спать пошел, тут буря началась. Трещал по швам корабль, и команда испугалась. Пришлось Ионе прыгнуть за борт, и над ним сомкнулись волны. Все знают, что было дальше. Его проглотила огромная рыба. Иона, Иона, слушайся Господа и исполняй волю Его, иначе окажешься в брюхе огромной рыбы. Вот такие дела, Иона. Помогите. Помогите кто-нибудь. Спасите. Вытащите меня отсюда. Рахданиты или Радониты – странствующие еврейские купцы VII-X веков, создавшие первую в мировой истории постоянную торговую сеть, охватывавшую большую часть Европы, Северной Африки, Ближний Восток, Центральную Азию, Индию и Китай. По одной из версий, название Радониты происходит от персидского «знающие дорогу». Рахданиты упоминаются в книге «Путей и стран», первом из дошедших до наших дней арабском географическом трактате. Из описания следует, что купцы обладали знанием различных языков и содержали торговые фактории во множестве городов. На Руси центрами радонитской торговли были Киев и Перемышль.
рогданиты торговали в основном дорогими товарами. В их числе были специи, духи, драгоценности, шелка, масла, ладан, оружие, меха и рабы. Считается, что именно эти купцы привезли в Европу арабские цифры и бумагу. В конце X века с распадом Хазарии и подъемом торговцев из Италии и других стран деятельность рогданитов пошла на спад. После их исчезновения Великий Шелковый путь надолго пришел в упадок. На Исламском Востоке торговля с Европой, Индией и Китаем продолжалась, но она больше никогда не сосредотачивалась в одних руках.